дорогие девочки, сегодня у нас распаковка из Sephora. Наконец я взяла тональный от Mario, очень классный. Новый гель для бровей от Anastasia классно фиксирует. И Dior Backstage тональный консилер в новой формуле. Все очень легкое, сияющее и стойкое. Очень понравились эти продукты. Далее у нас карандаш для губ от Chanel. Такой насыщенный нюд, красивый оттенок. Еще классный карандаш для глаз от Mario. Матовый, коричневый, очень стойкий, классно тушуется. Мини-палетка от Natasha Denona. Это просто открытие этого сезона. Спрей для очистки кистей очень удобный. И мои любимые масочки для лица с пребиотиками. Еще у нас кремовый бронзер от Mario в очень необычной текстуре. Классно работает. Отдельный футлярчик для помады от Guerlain. Обожаю их. Классный тоник с розовой водой от Pixi. Кремовый хайлайтер стик от Илия. Очень натуральный, не жирный. И бальзам для губ. Взяла на пробу карандаш для губ от Anastasia Deep Taupe. И новую помаду от Paco Rabanne в нюдовом оттенке. И у Mario очень крутые бальзамные помады. Как вам мои покупки?